Люпины расцвели все. И вот показываю. Белые, розовые, светлые, темные. И один затесался фиолетовый. Ну, правда, светленький. У меня темные люпины, а этот светленький. Ну, вот такое вот многообразие. Так, сейчас обойду лиственницу. Зик, зик. Мне нравится, я люблю такие летние краски. Без претензий на какую-то изысканную красоту, а все нежное. Очень легкое, неназойливое, не бросающееся в глаза. Мне нравятся вот такие вот нежные краски. Вот, и покажу сейчас девичий виноград, как он сейчас уже разросся. Вот внизу лоза, ну, я рассказывала, это восстановленное, то, что срубили, когда дом реставрировали. И вот сейчас заново все отросло. Лоза еще тоненькая, но вот уже наверху вот такое вот буйство зелени начинается. И, конечно же, очень приятно сидеть на такой верандочке, когда открываешь окно. И вот такой вот шелест листвы. Нежный-нежный, тихий-тихий. У нас жара опять. Обещают, что она скоро пройдет на днях. Сегодня должен был пойти дождь, но он не состоялся. А мы так надеялись, потому что уже дышать, честно сказать, не совсем приятно. Хочется немножко свежести. Ждали дождь, потому что было такое дуновение ветерка. Ну, думаем, все. Сейчас повезет. Ничего подобного. Псык-псык, как в южных странах. И ничего. И вот там вот цветет жасмин. Чубушник. Практически в каждом дворе он есть. Гуляем по садоводствам. У нас садоводств очень много. Целый массив. И гуляем мы по вечерам. Идешь, и вот этот запах пьянящий просто обволакивает все, все пространство. Идешь, вот, и как будто шлейф и впереди тебя, и позади тебя. И такой пьянящий аромат. Почему я не пчела?